Непростые экономические условия не мешают развиваться в Чувашии электротехническому кластеру. Научно-производственное предприятие «Бреслер» расширило производственные площади, открыв новый корпус. Мы летом смотрели, оценивали, когда же ведем новый уже производственный корпус, научно-технический, научно-технологический, для того, чтобы вы, используя свои способности, свои умы, ученые на научной основе новые идеи вот в этом новом производственном корпусе реализовывали. Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит повысить технологический уровень производства в области электроэнергетики, увеличить объемы и качество выпускаемой продукции и, что не менее важно для республики, создать около 50 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Мы с ранних курсов приглашаем студентов, они у нас проходят обучение, работают, чтобы к концу учебы, получая диплом, они к нам уже пришли готовыми специалистами. Чтобы... Ну вот как сейчас на автомате стоят на линии? В этом году закончил, он уже практически... Мы сами преподаем. Четырехэтажный корпус, газовая котельная и трансформаторная подстанция – лишь первый этап строительства. В июле 2015 года начнется введение дополнительного шестиэтажного здания площадью 4,5 тысяч квадратных метров. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.